Автодороги в Мурманске станут свободнее. С 1 августа большегрузным фурам будет запрещено въезжать на территорию города. Впрочем, ограничения касаются только дневного времени суток. Ночью с 0 часов и до 7 утра грузовики смогут двигаться по городу свободно. А в остальное время для них будет организована перехватывающая парковка на территории авторынка, которая сможет принимать порядка 70 машин в сутки. Днем они будут стоять там, а ночью или уезжать из города, или передвигаться далее по маршруту.